Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня вам записать видосик про условия участия в конкурсах. Что нужно делать, покажу как. Ну и в принципе покажу, как участвовать. В общем, сидел и думал, решил, не буду я ограничиваться английской версии, то есть моим английским аккаунтом. В конкурсе будут участвовать, точнее, в конкурсах будут участвовать все видосы с любого сервера. То есть у меня видосы, начиная с понедельника, там давайте так, по субботу, точнее с воскресенья, да, давайте так, с воскресенья по субботу. Участвую это воскресенье, мы себе разыгрываем за предыдущую неделю. Еженедельные конкурсы, все как обычно. Вы должны поставить лайк, сделать репост и оставить коммент под видео. То есть участвуют все видео. Я потом просто рандомно выберу одно видео за неделю. Там, начиная первое видео, которое там у нас выйдет в воскресенье, это уже будет номер один. И заканчивая последним видео субботы, это будет последнее, я через рандомайзер, как обычно, выберу циферку и, соответственно, среди комментариев уже разыграю. Что от вас требуется? Как я сказал, лайк, репост. В комменте вы оставляете ссылочку своими данными, как с вами связаться, потому что через YouTube я не могу связаться. Сейчас я зайду на любое видео и покажу вам правильные примеры комментариев. Так. Где там у нас? Вот, допустим, захват экрана. Он мне тут, конечно, мешает. Надо будет разделить экраны опять. Вот у вас есть правильные примеры комментариев. То есть связь, репост, куда сделан репостик. Если вы нажимаете на видео, вот это поделиться, у вас, соответственно, получается сразу делается репост в социальную сеть. То есть копируете, грубо говоря, копируете ссылочку на видосики, там ВК, Твиттер, там кто где сидит, Фейсбук. В принципе, это не проблема. Оставляете ссылку, куда вы сделали репост, как с вами связаться. То есть, может быть, две ссылки, может быть, одна ссылка. Это такое, это уже лично дело каждого. Вот это будут у нас, скажем так, еженедельные такие. То есть, воскресенье. Я буду себе там выбирать время. Думаю, будем на стриме это все делать. Так будет интереснее для многих. Возможно, там видео посмотрим, как у меня будет по времени получаться. По поводу онлайн розыгрышей, когда буду стримить, тоже буду разыгрывать, да, там многие пишут, мы с разных часовых поясов участвуете там в еженедельных. По поводу конкурса где-то попозже запишу видос ежемесячного, тоже будут участвовать абсолютно все видео там с какого-то числа. Решил я не делать одно видео, потому что потом люди начинают теряться, я просто буду рандомно выбирать среди всех видосов одного победителя и, в принципе, все. Что у вас должно быть? Так, идем сюда. Так, где там мой канал, да? У вас должно быть видно, что вы подписаны, то есть вот каналы заходите там, то есть я захожу в канал, и я вижу все каналы, на которые, допустим, у меня есть подписка. И есть плейлисты, там, где вы можете посмотреть, где я, точнее, могу посмотреть, что вы поставили лайк. Вот, в принципе, это все, ничего сложного в этом нет. Вы можете посмотреть, как это сделать в интернете, чтобы у вас все было открыто. Я уже, в принципе, кучу видосов показывал, как это сделать.
Ничего сложного в этом нет. Все зависит только от вас. Ну, самое главное, чтобы у вас были, потому что многие бывают потом удаляют репосты. Я не могу просто найти их, я выбираю следующего. Многие просто неправильно это делают. Куча видосов уже показано, как делать. Ничего сложного в этом нет. У вас просто должно быть репост, лайк и как с вами связаться. Это коммент, потому что по-другому я с вами никак через YouTube, к сожалению, связаться не могу. Были сообщения, но у нас их убрали. Я, честно говоря, сам туда не особо часто захожу. Как со мной связаться, подписаться, чтобы не пропустить все видосы? Сейчас вам тоже покажу, потому что многие задают вопросы. В ВК я сейчас, у меня времени просто нет сидеть. Я в основном отвечаю в телеге, есть группа в телеге, подписывайтесь, будете не пропускать. Я туда стараюсь постить все видосы. Так. Сейчас вам открою. Так, это моя телега. Вот, у меня под каждым видосом, вот конкурс «Эх, не крыло» я уберу, он уже не актуален, все никак не доберусь. Есть телеграм-канал, вот он. Там, где все полностью мои видосы, вы можете не пропускать, поэтому подписывайтесь, у вас не будет пропущенных видосов. Есть телега, как дать аккаунт на роллинг. То есть нажимаете, у вас оно высвечивается. Есть ВКшка, сюда тоже можете кидать заявочки, добавляться. Постараюсь более быть активным. То есть ничего, скажем так, сложного в этом нет. В принципе, все. На стримах будут одни розыгрыши, на еженедельке совсем другие. Не путайте их, многие начинают, а где было, что когда было. Ребят, у меня выходит много видосов, поэтому я еще раз говорю, подписывайтесь на телегу, вы не будете ничего пропускать. Там, в принципе, все, что выходит на канале, есть. И я думаю, это для многих удобно. У кого нету, следите за новостями на YouTube. Я стараюсь побольше делать пример, чтобы оповещение приходило. Еще вариант, я думаю, ВК, кто сидит, буду туда тоже репостить на стенку все видосы, чтобы было удобно для людей. Если да, напишите в комментах, можете написать. В общем, вот так вот. Все видосы, которые начиная с этой недели, какое там у нас число было, не помню, то есть с понедельника, сегодня уже по сути среда, они все будут участвовать в конкурсе, поэтому именно с понедельника, ребята, все видео, а дальнейшее будет уже начиная с воскресенья. Поэтому все зависит только от вас, вы уже в принципе сами можете дальше определяться, что вы хотите, как вы хотите, хотите делаете, хотите не делаете. Многие там возмущаются, вот надо делать то, ну не хочешь — не делай, я никого в принципе не заставляю, это чисто ваше дело. Вот многие люди уже получили кучу плюшек, кучу донатных героев, в принципе ничего сложного, скажем так, в этом нет. Я не прошу там что-то сверхъестественного. Все выбирает рандом. От меня там, честно говоря, ничего не зависит. Практически все зависит только от вас и от удачи. Вот. Ну, в принципе, все я вам рассказал. Кому что-то непонятно, пишите комменты. Я буду постараюсь под этим видосом отвечать. Я его прикреплю на стартовой странице. Он будет там висеть. А мы поехали, пооткрываем плюшки с акцией на День Благодарения, ну, шар, который у нас открыли. Я собрал уже все, как видите, у меня все награды, кроме осталось там несколько еще яблок. Я, честно говоря, не особо спешу за Афиной. Я просто прокачиваю героев через подземки, поэтому у меня ресурсы здесь еще пару дней назад уже накопились. Где там наши плюшки на День Благодарения? Сейчас я их пооткрываю. Вот 400 их есть. Как видите, здесь падает все то же самое, аналогично. Просто посмотрим, какие у нас в этот раз шансы. Что же все-таки изменилось и сколько мы сможем самоцветов получить за это все дело.
Ну, как видите, по одному самоцвету падает. Это, конечно, смешно. Один, один, один. Ну, сейчас, думаю, не пропустим. В общем, все как обычно получается смешно. Называется бесплатный, условно бездонатный, ну не условно бездонатный, а вообще конкурс. И нам дают просто смешные награды. Сейчас посмотрим сколько. Ну я не видел топовых здесь. Так, смотрим. Так, книги нам упали 84. Слизней 78. Это что у нас? 780 кхшек. Ну это серьезно, это серьезно. 400 тысяч сразу. Ладно, 8700 значков почета, ребят, это серьезно. И целых, ребят, целых 26 самоцветов. Серьезно, вот это я прокачаю свой аккаунт. В общем, вот так вот, ничего у нас по сути не поменялось. Конкурсов будет много, призы будут разные, поэтому я не буду там конкретно что-то разыгрывать, я уже буду посмотреть по аккаунту и сам уже определять это все. Поэтому вот так вот, хотите участвуйте, хотите нет, дело лично каждого, я себя делаю то, что я хочу. Все, всем желаю удачи, пишите в комментах, что вы думаете, какие, может, вы хотите увидеть условия. Все зависит, в принципе, тоже от вас. Всем удачи, всем пока.